19 января в нашем доме открылась выставка Татьяны Волковой «Прогулки по зимней Праге». Татьяна Леонидовна Волкова родилась в Алма-Ате. С родителями-геологами много путешествовала по стране. Окончила художественно-географический факультет Московского государственного педагогического института. Член Международного художественного фонда. Персональные выставки проходили в Подмосковье, Москве, Алма-Ате. Работы Татьяны Волковой находятся в частных коллекциях в России, Франции, Канаде, Испании и Японии. Татьяна родилась солнечным морозным январским утром. Считает, что именно зимой весь мир становится таинственным и прекрасным. С детских лет мечтала рисовать сказочное волшебство зимы. А еще весну, лето, осень, цветы, людей, города. Ведь красота окружает нас повсюду, говорит Татьяна. Зимняя Прага очаровала художника. Вечер начала заведующая выставочным отделом Вера Владимирова. Уважаемые гости, у вас сегодня появилась уникальная возможность попасть в сказку. Директору Дома русского зарубежья, не раз бывавшему в Чехии, понравились работы Татьяны Волковой. Прага. Я в Праге много раз бывал и считаю, что это, пожалуй, один из красивейших, а может быть даже скажу, что и самый красивый город Европы. Я хочу вас от всей души поздравить с выставкой, пожелать вам новых, столь же удивительных, столь же потрясающих, сказочных работ. Сейчас предоставим слово автору Татьяне Волковой. Дома ведь они живые. Тем более в таком старинном, сказочном, таинственном городе, как Прага. Иногда я не знаю, что это за улочка, но я понимаю, что не написать эту картину я просто не могу. Надо. Наверное, какие-то там духи предков говорят, пиши, иди сюда, делай эту работу. Песню Татьяне Волковой и ее зрителям подарила автор-исполнитель Ольга Кузьмичева. Слишком ветер и суров, песни пой для самых трав, колыбель.